more. Фантастическую игру, а потом позвонил заказчик, и концепция поменялась. Ты простой парень из обычной деревни. Прошел ты треугольник, стань женщиной!
мужчины. Вот мировое господство. В стране, которую ты захватишь, все они будут твои. Смотри, выходишь замуж за человеческого короля. Живешь с ним, пока он не умрет от старости. Выходишь замуж за следующего. 5-6 мужей, и я поведу мир к свету и процветанию. Правда, все мужчины будут мои. Мне кажется, или наши бабушки замышляют. Мы уже тоже замышляем что-то в тесной русской компании. Я принимаю перпетрача. Вообще-то, я предлагал ему выпить. Вот такая идея мне даже больше нравится. То есть человек уже что-нибудь наконец все спить хочет? Как я надеюсь, что этого не будет в сюжете? Да, зачем нам это РПГ? Давайте лучше будет найти. Да, сливать хорошие идеи — это тоже же традиция. А я знаю еще одну хорошую традицию. Это такой министрель, который быстро и мучительно умирает в самом начале сюжета. Девочки, вообще кто? А я вам!